Как правильно сделать мелко заглубленный фундамент? Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойства грунта и его пучистости. Пучистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении. Для того, чтобы решить эту проблему, изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент. Советы. Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент, вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками. При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания, однако отклонений не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы. Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента. Ленточный. Для его возведения выкапываются и утрамбовываются траншеи с последующей укладкой песчаной подушки. Столбчатый. Монтаж основания – набор набивных или забивных сваях. Обратите внимание, если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте. При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительство работы значительно меньше. Изготовление мелкозаглубленного фундамента. Для монтажа мелкозаглубленного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента. Монтаж ленточного фундамента. Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучистости грунта на месте возведения. Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слабо пучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона при креплении выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучистости грунта, тем жестче должна быть конструкция. Соответственно, приходится использовать монолитные элементы. Столбчатый фундамент. По мере уложения грунта на месте строительства затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок. Обратите внимание, при монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта. Правила расчета основания. Первоначально необходимо произвести мероприятия, которые могут определить характер грунта. Далее, опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент. Высота фундамента определяется полученными значениями площади основания подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины. Обязательно проводить расчеты фундамента по возможной деформации. Свойства грунта можно определить без специальных исследований, при этом вам потребуется сделать скважину с глубиной около 2 метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил.
но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформации в холодное время года. При соблюдении технологии мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время. Поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но еще и несколько поколений.